Всем привет, меня зовут Дмитрий, это Калкуттова, и мы продолжаем проходить наш новый ивентик обновление 2.8 архипелага Золотого Яблока, а конкретно летнее морское путешествие, часть 2, весенний дворик прошлых лет. Так, исследуйте местность вокруг, чтобы найти необходимые предметы. Так, как я понимаю, мне нужна вот камень Ракария левый и инструмент для работы с Ракарием. Угу. Окей. Куда нас посылают? Куда-то. Вперед. Ну, погнали. Так сказать, чё ж нам, если уж посылают, то... Чё, куда мы денемся-то, когда нас посылают? Так, значит, где-то в этой области есть два предметоса. Не? Похоже, что так. Так, яички это явно не то. Сомневаюсь, конечно, что нам надо именно с этими чуваками драться. Ну да ладно. А мы с ними быстро, так сказать, поболтаем. Ага, ну как раз таки это сумки и были. Сразу все два инструмента этих. Я-то думал, их искать приводится. Они сразу в одном месте все два лежали. Ну, такой себе поиск, конечно, был слишком, скажем так, короткий. Так, ну что ж, давайте воткнем. Угу. Что-то происходит. Что-то произошло. Wow, it's an... As was the case. Don't worry. Исследуйте местность вокруг. Ну ладно, на этом остановимся. Все-таки это был маленький короткий ролик по поводу того, что мы будем искать. Два предмета, но не суть. Так, остановить запись.